Всем привет, с вами магазин Триалзон, и сегодня мы сравним бюджетную втулку Юлинк с более дорогой втулкой Новатек. Взвесим их, а также разберем. Обе втулки на самом деле очень похожи, то есть корпуса у них практически одинаковые. Из различий идет у них только то, что у Новатек более большие отверстия облегчения на фанцах. Отверстия сделаны с вот такими вот пропилами, для того, чтобы можно было поставить аэроспицы. У Юлинк так не получится сделать. И у них одинаковые параметры, то есть высота фанцев у них одинаковая. Поэтому, если, допустим, у вас есть колесо на втулке U-Link, вы сможете поставить втулку Novatec, при этом не меняя спицы. Плюс, на самом деле, существенный. В остальном же компоненты втулок разные абсолютно, то есть Novatec сделана на полой оси с контргайками на подшипниках NBK. И выглядит, на самом деле, просто аккуратнее, чем U-Link. U-Link же сделана на обычной оси, не полой. У нее есть вот такие вот лишние части, на самом деле не знаю, для чего это они сделали. Такие вот пыльники без контргаек и обычные подшипники без маркировок. Крутится на самом деле нормально, но чуть-чуть хуже, чем Novatec. И в целом бывают кое-какие заусенцы. И видно, что сделано не так четко, как Novatec. А сейчас мы взвесим втулки по отдельности. И первая на очереди у нас Novatec. Весит она 285 грамм. А теперь U-Link. Разница, в принципе, существенная. А теперь разберем их и взвесим все компоненты по отдельности. Потому что у меня ощущение, что корпуса втулок весят примерно одинаково. Вот, собственно, втулки в разборе. Так вот они выглядят. И из чего состоит втулка Novatec и U-Link. А сейчас взвесим отдельно корпуса и все остальные компоненты. Первая Novatec. И ее корпус весит 130. Следующая U-Link. Ого. Оказывается, корпус U-Link на 5 грамм легче Novatec. И откуда же вся остальная разница в весе? Сейчас будем разбираться. Начнем с деталей от втулки Novatec. Здесь у нас подшипники, гайки и контргайки. И весит это все 105 грамм. Следующая от втулки U-Link. И точно так же 105 грамм. Теперь взвесим ось от втулки Novatec. Грамм. И ось втулки U-Link. 120 от втулки U-Link против 70 от втулки Novatec. Вот такое вот сравнение у нас получилось. Теперь вы знаете, что у этих втулок внутри и что их вес зависит в основном от осей. Всем спасибо за просмотр, всем пока!